Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем наши приключения во вселенной Ведьмака. Я попродавал тут, что было. Получилось у нас 17 тысяч. Уже неплохо. Так, давайте смотреть, куда нам отсюда надо... Еще вот сюда надо, рыцарь-наемник, да? Это последнее место, насколько я понимаю. Будем надеяться на это, по крайней мере. Что это последнее место. Так, плотва, ты здесь сейчас. Стой, не ходи никуда. Псины здесь где-то. Идите нафиг. Да блин. Все, сейчас это задание выполняем. И уже будем смотреть дальше. Так. Волки еще. Ё-моё, собаки, волки. Да вы издеваетесь. Что у вас здесь нахрен творится? Что за места у вас такие? Опустевшее поселение. Нам точно сюда. Опа-на. Привет. Как дела? Вот так мы разбираемся с волколаком. Еще и подожгли его, кстати, на быстрой атаке. Давненько с волколаками не приходилось сталкиваться. Так, все вернулись, все хорошо, да? Отдайте мне кусочки моего волколака. Эссенция чудовища, наконец-то. Ты принес нам мир. Даже наши жены стали покладистее. Тысячи благодарностей. Да пожалуйста. Ешьте, не обляпайтесь, да, как говорится. Чтоб их так к работе тянуло, как к танцам и к рюмке. Тут есть парикмахер. Эй, ведьмак! Да. Тебя. Если б не ты, ведьмак, этот волколак, он бы всех нас убил. Понятно, ты меня этот подстриги. Волколак, ты его убил? Ага. Людей перебил, овец сожрал, хозяйство разрушил. Ой, хорошо, что все уже кончилось. Спасибо. Если хочешь, я тебя подстригу. Только подожди минутку, а то у меня еще руки трясутся. Так. Хочу побриться. А, ну давай вот так просто побриться покороче. Ха, нет, не то. А. Сделай бородку, оставь усы и бородку под губой. Оставь усы и баки. Оставь бородку. Че это будет? Давайте поржем. А, нет, вот так нормально. Так, прическу. У меня вот так вроде бы. Ну, пойдет. Давай, бывай. Будь здоров. Не ты, ведьмак. Этот волколак. Так. Всех нас убьет. Все мы тут сделали. Давайте смотреть. Нет перемещалки отсюда. Есть, отлично.
В металлических доспехах плавать-то вообще, наверное, нифига неудобно. Так, нам, значит, куда? Вот сюда. Сейчас сдаем все задания, сразу же делаем себе, скорее всего, только верхнюю часть доспеха гроссмейстерского. И выполняем уже следующее задание. Пойдем, наверное, охотиться на какое-нибудь чудовище. Плюс нам еще надо как раз там зайти, в городе, кузнецу, рассказать, что мы нашли чертежи каких этих самых. Так, сюда нам, да, или нет? Нет, нам не сюда, нам вот сюда, грубо говоря. Нет тут ничего такого. Зайти к нему, сказать, какие гроссмейстерские мы нашли чертежи. И он нам тоже должен дать награду, по-моему, чего за это. Бойся. Тут такой воздух, что никогда похмелья не бывает. Приятно именно уже собирать награды ходить. Вот это место. Тут рыцари все сидят, ждут в своей очереди. А мы все скопом выполнили. Здравствуй. В Баклере много говорят о вашей отваге и преданности делу, а потому вам положено вознаграждение. Подпишите, да ладно, пожалуйста. Новый предмет, щит какой-то. Так, покажи, что подаешь. Я взглянул на книгу. Нифига ты толком не продаешь, да? Ну да. На, факел сбери. А что ты мне дал-то, я так и не понял. Щит какой-то. Куда он у меня делся? Ладно, увидимся. Удачи тебе, рыцарь. Ах, как смотреть-то? Я уже забыл. Последние полученные. Вот. Вот это вот что, новые предметы? А, щит, где мне его взять? Расскажите, пожалуйста, явно не здесь. Эльфийские инструменты. Щит. Знак Нильгардского специального отряда. Может быть, он? Вряд ли. Тут больше ничего нет. А, вот он. Трофей. Дополнительное золото. Давайте его повешаем. Что-то мне не нравится. Так, я думал, это в дом мне щит. А это, оказывается, на плотву. Да здравствует ее светлость! Виват, ну-ка, Кусен! Плотва, иди сюда. Покажи, где у тебя там щит. Чудовищное о, другое дело. Так, по поводу заданий. Дополнительные. У нас три осталось. Точнее, два. Без гвинта мы смотрим, правильно? По поводу охоты за сокровищами. Тут чуть-чуть еще осталось, да? Ведьмачьи заказы тоже два. 45-48.
собственной трусости. Так, пошлите, значит, к этому, к броннику, вот сюда нам. Вести из Боклера нанесла. Так, это нам куда? Это нам вот сюда? Правильно я помню? Да, правильно. Сейчас сделаем себе доспех. Я на это надеюсь, во всяком случае. Так, дальше куда? Прямо. Красивая мелодия. Что-то я не слышу никакой мелодии. А, вот теперь слышу. Так, сюда же нам, да? Или нет? Родишься этим сроком. Блин. Ничего уже не помню. И то нажал. Так, да, сюда. Мы уже почти на месте. Жаловаться не на что. Чё-то я не туда прибежал. Дорогая, по-моему. Ты прекрасно выглядишь. А, чуток. Да куда ж ты лапы? Отвали. Я всегда вот нам сюда. Внешность обманчива, ведьмак. Это единственный кузнец, который нормальный. Надеюсь, поиски продвигаются. Так, ну пусть он расскажет как тут так получилось, вам. Что эльфский мастер взял ученики человека? Мой отец ковал доспехи, а я с детства ему помогал. Мастер Тиенсаэль как-то увидел мою работу и предложил пойти к нему в ученики. Только теперь, спустя многие годы, я понимаю, какая это была честь. Увы, мой учитель погиб во время погрома. Он научил меня всему, что знал, но мне не удалось при его жизни сдать экзамен в гильдии и самому стать великим мастером. Я знаю, что в этом ремесле мне нет равных. Но пока я не выкую ведьмачий доспех, достойный великого мастера, я не буду уверен, что стал равен учителю. Ну вот, по поводу этого давай, как раз ты мне и сделаешь. Выкуешь для меня кое-что? Конечно. Так. Вот, гроссмейстерские школы медведя. О! Смотрите, как у нас вид-то изменился. Бывай. Удачи на пути! Ну-ка. О, вот это я понимаю. Доспех. Доспех так, доспех. Его еще покрасить можно же, да? Коричневый. Каким цветом? Бирюзовым. Бирюзовый. Не знаю, ну, в принципе, красиво. Это какой-то коричневый. Он просто станет ярче, да? Да. Серый. Просто серый. Как-то чересчур просто. Фиолетовый. Фиолетовый сильно ярко. Белый. Белый, кстати, неплохо выглядит. Но не знаю. Ну, в общем, решил о себе не изменять. И сделал все именно бирюзовое. Бирюзовые перчатки и бирюзовую броню. Так, по поводу штанцов еще давай поговорим. Приветствую. Выкуешь для меня кое? Конечно. Так, штанишки. Это последнее, по-моему, что у меня осталось. Штаны у нас в самом низу как раз. Да, две эссенции чудовища. Надо. У нас была одна, поэтому хватило только удачи на доспех. На пути. Блин, пока не забыл. Приветствую.
Почини их заодно. Покажи мне свой. Спасибо. У меня есть меч. Покажи мне свои товары. Ну да. В принципе, не очень дорого вышло. Удачи на пути. Так, с этим решили. Ну что ж, теперь мы красавец-ведьмак в новой броне. Прям вообще мне нравится. Слушайте, жители Бакле. Давайте 46 уровень, значит, да, берем задание. Ведьмачьи заказы 45. Ну, что-то я не знаю. Давайте, наверное, за сокровищами лучше возьмем. Гроссмейстерские школы волка. Школа Мантикоры мы почти нашли. Тут две, да? Три мы нашли. Убежище Моры. Школы Грифона давайте. Обыскать убежище Моры. Это где? А мы там были. Позволили нанять ведьмака для расследования убийств. Если мне не изменяет память, то да, здесь как раз столб с перемещалкой. Сейчас вернемся и обыщем все. Что плохо где-то там лежит. То есть все-таки я плохо места обыскивал, где находил ведьмачьи чертежи, поэтому комплект у нас не получилось собрать. Привет, мужики, я уже в обновке, прикиньте, да? Больше как быстро. Здесь пригодится глаз Нихолены. А, вот где. Где он про это говорил? Я забыл про это место, да? Ну, в принципе, здесь ли, если что, есть... Этот самый, как его назвать, кузнец. Желтая краска для доспехов. Это нафиг не надо, кнопка. Окей. Книги. Кому интересно, по традиции читаем на паузе, да, ставим. Прирожденные убийцы еще. Гаркаин новый. Гноми проказы мы читали. Так, выйдем мы куда? А, понял. Дневник Мора. И... Итак, ведьмака втянуло в портал. Найти кристалл, активирующий портал. Это закрывает просто, да? Или нет? Кристалл. А вот кристалл. То есть нам опять в портал, как мы любим. У
Теперь включу портал и посмотрю, куда он ведет. Так, арт. Давай. Зарядить кристалл, ну. Ага. Ненавижу порталы. Согласен, там всегда какая-нибудь жуть творится. О, началось. Не успел. Так-то лучше. Здесь Моро держал Джерома. Осмотреться. Моро — это же тот, который ставил опыты над своим сыном, насколько я помню. На обороте чертежа Джером что-то написал. Ну, неплохой схрон. Так, здесь вроде как все, да? А и чё ты не заходишь? И как? Ну, в принципе, я предполагаю, как. Это логично, да? Больше тут ни черта нет. Рогалисник и все, да? Ну давайте. Так, по традиции все знают, что делать. Записка на обороте чертежа. Сапоги боксерского. Он смирился с тем, что его сын ведьмак. Стража. Кто там рычит? Опа. Это же... Вампиры. Падла. Вампиры — это нехорошо. Так, тут больше ничего нет. Сверху кто-то. И все. Так, а где мы выйдем? Фиг знает где, там вон какие-то мужики. Думаешь, я ничего не вижу? Сговорили же. Чёрт! Мужики, блин, бандиты. А не мужики. Почему половина людей, которых я встречаю на пути, тут же решают напасть на вооруженного ведьмака? Может, мне с лицом что-то не то? Я бы тоже так подумал, почему. Топор. Золотишко. Сюда нас вряд ли пустят, да? Да. Что написано? Святое озеро. А. Интересное озерцо. Ну давай. Ныряй.
Школа Мантикоры. Давай, следить. Коли так все хорошо идет. Кстати, озеро странноватое, все равно. Кто тут рычит? На дне хочу посмотреть, есть какие-нибудь пещеры. Вон там сундук лежит, вижу, отсюда даже. Почему он не открывается? Непонятно. Да господи, сколько вас здесь? Давайте попытка номер два. Хрен вам, а не сундук, да? Ну ладно. Иди сюда, с тобой подеремся. Мне уже, в принципе, безразлично. Увидел? Спускайся. Белохвост, давай, иди сюда. По-быстрому. Так, что у нас тут такое? Фигня. Гнездо драконидов. Надо его уничтожить. Опыт халявный. В новой броне-то мне уже ничего не страшно. Так, здесь мы все сделали. По поводу вот этого. Это нам сюда и сюда. Но я здесь, и есть вопросы. Лучше давайте пройдем в этой серии по вопросам, я думаю. Давай, плотва. Которые есть рядом. Потому что в вопросах иногда тоже бывает что-нибудь отдохни. Интересное. А это что такое? На карте нет. Но исследовать интересно. Есть сундук. И все вроде бы. Вход. Куда вход? Вопрос. Пещера. Ай-яй-яй. Пойдемте в пещеру. Мы же на то и ведьмак. Нужен ключ. Обидненько. Ключа-то у нас нет. Скачем дальше, значит, до вопроса.
Рассадник чудовищ. Погнали. А, это был не рассадник чудовищ, да? Понятно. Волки, в принципе, здесь тоже. Это как-то даже прям на изи, я бы сказал. Так, куда мы придем? Ну, конечно. Где волки, там и волколак. Почему ты не берешь? Берешь, не берешь, ладно. Пошли дальше. Ну, тут он, видимо, жил, да, насколько я понимаю. Так. Это мы с вами порешали. Отправиться в пещеру с тайной часовней. А это куда? Я вообще-то на вопрос лез, как бы. Нет, все равно эти остались, да? Два. Раз, два. А что там вообще по мантикоре у нас говорится? Где останавливался лебеда и в пещеру с часовней? Ну ладно. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы будем с вами заканчивать данную серию. Такая вот она у нас многообразная получилась. Сейчас добьем, я думаю, уровень, дособираем доспехи. И после этого уже пойдем на ведьмачьи заказы. Потом доделаем с вами штаны гроссмейстерского доспеха. И уже там останется у нас выполнение основных заданий. Будем охотиться непосредственно на бестию. Подписывайтесь на канал, если вы все еще этого не сделали. Также не забывайте прожать свой королевский лайк. И, конечно же, оставить комментарий под этим видео. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!